Nokia 3620S. Замена дисплея. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 3620S». Классическими причинами неисправности или некорректности работы дисплея являются механические повреждения. Уронили, ударили, раздавили. Металлической лопаткой отсоединяем коннектор дисплея. Дисплей приклеен к металлической части корпуса двухсторонним скотчем, и для того, чтобы облегчить снятие дисплея и избежать его повреждения, металлическую часть корпуса необходимо нагреть. В нашем случае для нагрева мы используем горячий воздух паяльной станции. Нагревать следует аккуратно, чтобы не перегреть пружины слайдера. Когда металл прогреется, металлической лопаткой очень аккуратно поддеваем дисплей на всю длину лопатки. Двухсторонний скотч находится под центральной частью дисплея. Новый дисплей прикладываем к корпусу, пинцетом защелкиваем коннектор и слегка придавливаем дисплей для лучшей фиксации двухстороннего скотча. Все, дисплей установлен.